Огромные склады по всему миру теряют миллиарды долларов каждый год из-за потерянных посылок. Ручное сканирование занимает много времени и может быть подвержено ошибкам. Исследователи из MIT Media Lab придумали решение этой проблемы, а именно использовать беспилотные летательные аппараты. Квадрокоптер передает беспроводной сигнал, RFID-метка внутри коробки отвечает на запросы. Чтобы локализовать местонахождение посылки, квадрокоптер облетает ее и фиксирует ответы вдоль определенной траектории полета. Это решение позволяет избавиться от дополнительных датчиков и антенных систем, так как по траектории полета можно понять, где находился квадрокоптер в разные моменты времени. Дрон может каталогизировать и находить все предметы по мере своего продвижения по складу. При этом в визуальном контакте нет необходимости. RFID-метка может быть спрятана под кучей других коробок и даже в этом случае будет успешно обработана, так как используется беспроводная передача данных.